Обеспечить безопасный отдых детей в летние каникулы – такую задачу поставил председатель антитеррористической комиссии в Чувашской республике, руководитель региона Олег Николаев. Школьники Чувашии с нетерпением ждут каникул. У них есть реальный шанс в этом году провести их за городом. Сейчас в регионе идет заявочная кампания по приобретению путевок. В 2021 году в республике запланировано открытие более 300 летних лагерей, в том числе 14 и загородных. Заполняемость территории не должна превышать 75%, так рекомендует Роспотребнадзор. Безопасность детей будет обеспечиваться подразделениями вневедомственной охраны, филиалом в ГУП охраны Росгвардии по Чувашской республике, частными охранными организациями и территориальными органами внутренних дел. В целях предотвращения террористических актов, обеспечения правопорядка спланирована разъяснительная и профилактическая работа среди персонала организации и их воспитанников. Планируется проведение инструктажей с персоналом по действиям при обнаружении подозрительных предметов с признаками взрывных устройств. В случае благоприятной эпидемиологической обстановки в период майских и июньских праздников в республике все же состоится часть праздничных мероприятий. В таком случае также будут приняты все необходимые меры по недопущению нарушения общественного порядка и безопасности. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика.